В Калининграде продолжаются съемки сериала «Желтый глаз тигра». Это 16-серийная кинолента режиссера Марка Грабца рассказывает о развитии янтарного бизнеса в России. Работа съемочной группы займет 3 месяца, 42 дня из которых они проведут в Янтарном крае. О том, как создается сериал, смотрите в нашем следующем сюжете. Всем тяжело, все торопятся на поезд. Давайте на исходные. Уже через несколько секунд у входа в вокзал появится толпа людей в необычных одеждах, которые были модными в конце прошлого века. Все они со старыми чемоданами толпятся у дверей. Сцена, которую снимают на площадке около Южного вокзала, в фильме займет всего лишь несколько секунд. Однако это целый съемочный день. Ведь для начала нужно подготовить площадку, загримировать актеров массовки, а затем уже отснять несколько дублей. По сценарию кинокартины главному герою предстоит борьба с друзьями юности, которые занимаются нелегальной добычей солнечного камня. Поэтому неудивительно, что снимать сериал решили именно в Янтарном крае. Мы снимаем по всей области, в разных уголках, которые, ну, наверное, может, и не во всех калининградцы были. Вот. И мне очень хочется показать вот Калининград и все, что вокруг него, красиво. Ну, может быть, даже не красиво, а в каком-то определенной стилистике, доселе, ну, которую никто не видел. По словам главного режиссера, в центре внимания картины все же не черные копатели. В первую очередь, это история о настоящей дружбе, человеческих судьбах и отношениях. Тем не менее, в фильме можно увидеть процесс добычи янтаря, взрывающиеся автомобили, криминальные разборки, другим словом, все, что происходило в янтарном бизнесе в конце прошлого века. По плану съемочная группа в Калининграде проведет 42 дня. За это время им нужно успеть отснять львиную долю материала. Осложняет работу лишь непредсказуемая погода. Был ливень сильнейший, мы думали, что мы не снимем ничего. Потом солнце, потом ветер. И, в общем, такая вот, и все сидят то так, то в куртках, то раздеваются. Ну, в общем, прекрасный климат. Актерский состав сериала пестрит яркими именами. Это заслуженные народные артисты России и молодые звезды. Каждый день над картиной работает от 80 до 200 человек. Группа будет находиться в Калининграде до 8 июля. Также съемки пройдут в Москве, Ярославле и Польше и займут около 100 дней. Затем работа над сериалом продолжится уже в студии. Желтый глаз тигра! Желтый глаз. Яна Щербатая, Сергей Галунский, Андрей Долгий. Вести, Калининград.